Все довольно строго. За открытием обновленного двора жители наблюдали из окон, а самые активные вышли на улицу. Не часто встретишь в собственном дворе председателя Госсовета. Кто-то из жителей рассказал Фариду Мухаметшину о проблемах, другие задавали вопросы, а кто-то благодарил за отремонтированный двор. Радости очень много, конечно. Рахмат. И мы хотим, чтобы это все продолжалось. Ну, с этой целью сделано. Во дворе отремонтировали более 3000 квадратных метров дорожного покрытия. На более чем 3000 квадратных метров увеличилась пешеходная зона. Расширили и количество парковочных мест. Теперь их 82. При поддержке Либерально-демократической партии России была установлена новая спортивная площадка. Наконец-то это дождались. Вот за спортивную площадку очень даже рады. У меня 3 внука, все мальчики. Ну, в общем-то, это долгожданный у нас это вот проект, да, наш двор. Вот этот. Мы так хотели его, потому что он был у нас такое разорение было. Но и хочется, чтобы это все берегли особенно. Благоустройство еще не завершено. До конца года здесь будет установлено освещение, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также во дворе обустроят мусорную и бельевую площадки. Установят спортивное оборудование. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.